Чего странно? Не нахожу последствий контузии. Да меня там так шибануло. Я сознание потерял. Понятно. Ты что, мне не веришь? Я врач, а не исповедник. Ты что думаешь? Я Сулеймана отпустил, потому что струсил. Потому что у меня завтра командировка заканчивается. А она у всех завтра заканчивается. Ты сознание потерял, а Корнилу руку ампутируют. А для двоих пацанов она уже закончилась. Пошел ты. Умойся. Мама? Слава, сыночек. Неожиданно. Как хорошо дома. Ну, не плачь, не плачь. Ну, хватит уже. Да я от счастья. От счастья улыбаться надо, не плакать. Справедливо получается. Чего несправедливо? Видел наградные списки с крайней командировки. Тебя там нет. Я не за этим туда ехал. Давай, поговори с командиром. Мы там одного главаря брали. Ага. Такой Сулейман. Он ушел. Короче, все считают, что я его выпустил, потому что от страха обосрался за день до возвращения домой. А дальше? А мне оправдываться не в чем. Я в рапорте все честно написал. И док говорит, что у меня контузии не было. А я думаю, чего они? От разговора все уходят. Что мне теперь делать? Заявление написать? А я не пойду. Не пойдешь. Рано или поздно попросят. Когда выплывет? Нечему выплывать. Давайте, ну, за нас, парни. Поехали. Подожди. Сейчас, подожди. Давай. Давай.
Минут. Пятьдесят девять секунд. Что, простите? Ты вышел через 59 секунд. Я вышел на удачу. Хотел узнать ваше имя. Я там смотрел на вас. Я видела, что смотрел. Решила, что если через минуту не выйдешь, значит, показалось. Меня Наташа зовут. Вячеслав. Давай уйдем отсюда. А ваш парень? Меня сестра с ним познакомила. Но он на день рождения друга потащил. Я вообще никого из этой компании не знаю. Сестра старше? Старшая. Родители по контракту в Казахстане работают, но она меня воспитывает. Считает, что мне нужен надежный муж. Ну, это нормально. Она вас любит. Да. Она беспокоится очень обо мне. Хочет, чтобы я уехала в столицу, сделала карьеру. А вы? А мне нравится этот город. Я люблю его. Только вот нужно будет сестре еще сказать, с кем я провела этот вечер вместо дня рождения. И что вы ей скажете? Скажу, что провела его с надежным человеком. Придется соответствовать. Давай на ты. Да, давай. Спасибо. А чем ты занимаешься? Я? Людям помогаю, наверное. Хорошим. Разобраться с плохим. Кого-то охраняю. Телохранитель, что ли? Да. Вроде того. А мне даже стыдно признаться, кем я работаю. Инженером. А почему стыдно? Хорошая работа. Угу. Ты спортом, наверное, занимался, да? Да, боксом. С детства. Папа рано умер. А мама боялась, что я свяжусь с плохой компанией. Вот и отвела на секцию. Ну, а почему дальше не пошел? Потом маме надо было помогать. Да и комплект у меня нет. Понятно, что чемпионом не стал бы. Тебе нравится то, чем ты занимаешься? Я не думал об этом. Я знаю, что это нужно людям. Вот и все. Это хорошо. Это, наверное, самое главное. Если я попрошу твой номер телефона, что ты подумаешь? Что попал в сказку? Мы пришли. Это мой дом. Диктуй. Черт! Да. Я сейчас не могу говорить, у меня рабочая встреча. В 7. Буду. Мам! Мам! Слава! Давай мой руки, иди за стол. Мам, у меня тут где-то костюм был. Какой костюм? С выпускного, что ли? Ну? А ты куда, в ЗАГС собрался или на свидание? Мам, ну какой ЗАГС? Где он? Да нет никакого костюма, Слава.
У меня встреча важная, мам. Да ладно. Я тебе рубашку поглажу. Славка, с невестой ты познакомишь? Ну, мам, ну какая невеста, ну? Добрый вечер. Здрасте. Это вам. Спасибо. Научишь? Чему? Боксировать. Зачем тебе это? Надо. Какое у тебя там срочное личное дело, а? Ну, не телись, говори давай. Я заявление написал. По собственному желанию? Да. После командировок ко мне многие приходят, заявление оставляют. Ну, положи на стол, я посмотрю. Можешь, подпишу. Хотя от тебя я не ожидал. Это другое заявление. Прошу направить во внеочередную командировку. В ближайшее время с новым отрядом. Деньги, что ли, нужны? Нужны. Ну, а зачем? Ты человек не семейный, квартирный вопрос решен. Жениться, что ли, собрался, а? Да, собрался. Ну, оставь заявление, я посмотрю. Да не, я перепишу, а то ошибок много. Давай, переписывай. Лесникова позови! Так где она? Ты почти ничего о себе не рассказываешь. Да рассказывать особо нечего. Разве что побывал во многих местах. Повстречал интересных людей. Я хочу тебе кое-что сказать. Наташ, я хочу, чтобы... Приходи ко мне завтра. Сестры дома не будет. Придешь? Ну и кто он? Ты все равно его не знаешь. Потому и спрашиваю. Он хороший человек. Имя у него есть? Слава. О, Слава. И чем занимается Слава?
Рит, ну ты опять? Он ездит по стране с командировками. В общем, я еще сама толком не знаю. Понятно. Это то, что ты искала? Хорошо. Я буду рада с ним познакомиться. Заходи. Меня зовут Рита, а ты, по всей видимости, Слава. Да. Наташа где? Ушла в магазин. И вот пока она не вернулась, я хочу тебе кое-что объяснить. Наташа, девочка не для тебя. Ты, я вижу, простой парень, без нормальной работы, без перспективы. А ей нужен другой человек. А может, Наташа будет сама решать? Это я буду решать. Она наивная, мечтательная, ее можно легко обмануть. А со мной не так все просто. Когда у тебя следующая командировка? Какая командировка? Моя сестра не будет встречаться с человеком, на которого через 3 месяца придет похоронка. А почему сразу похоронка? Потому. У нас в отделении милиции таких, как ты. А-а-а. Знаешь, сколько похоронили? Милиция. То-то я слышу знакомые нотки. Не остри. Ты хочешь, чтобы она сидела здесь каждый день, лила слезы, переживая за тебя, смотрела новости в надежде, не взорвали ли очередной бронетранспортер? Ложилась спать в обнимку с телефоном. Ты этого хочешь? Знаете что, Рита? Алло. Скоро буду. Уезжаешь? Ага. На сколько? На 3 месяца. Когда? Завтра. Просто смени номер телефона. Зачем? Ты же не хочешь, чтобы она страдала? Пойми, если с тобой что-то случится, она этого не переживет. Ну все, мам, давай. Пока. Слав, ну давай я тебя хоть до угла доведу, а? Ну, мам. Слав, ну вот ты только вернулся, а они тебя опять куда-то отправляют. Да никто меня не отправляет. Ты что, сам? Так надо, мам. Славка, ты не представляешь, что мне это стоит, Слава. Господи. Мам. Звони мне, пожалуйста, сам, ладно? Чтобы я тебе там не вовремя не звонила. А, забыл. Дай телефон. Зачем? Да я номер поменял. Слава, ты зачем номер поменял? Слав. Записано будет так же, сын. Ты мне не ответил. Ну, там что-то с сим-картой, мам. Так для этого не нужно номер менять, даже я это знаю, Слава. Мам, ну все, ну давай. Слав, ты ничего не забыл? Господи. Ну, мам, я люблю тебя. Ну, все. Ну, все. Ну, сейчас начнется давление, слезы. Да и так начнется. Ладно, иди. Храни тебя Господь. Да. Пока. Иди. Иди. Стены спадают. Наш Берлин все рухнет.
причем кафе такое нормальное. Но там все девчонки, все пацаны, ну, типа, хипстеры, пацифисты. Здорово, мужики. Меня к вам определили. Повезло нам. Ну и, короче, эти пацифисты, знаете, ну, типа, в оппозиции такие. И тут мне одна такая говорит, то да сё, я вообще реально мясо не ем, я не понимаю, зачем вам это нужно, горячие точки, зачем, в общем, вы туда ездите и так далее. И я ее спрашиваю, так прям в лоб, ты наркотики пробовала? И она такая, опа, и притихла. Потом говорит, пробовала. Я говорю, так вот, если меня на 3 месяца в год не отправить в командировку, у меня реально такая ломка без адреналина начинается, что я готов. Так и девчонка-то чё? Ну чё, встретились там, прогулялись туда-сюда, кофе, мороженое. Ну знаешь, что я тебе скажу? С тёлкой, которая даже мясо не ест, и секс какой-то вегетарианский. Здравия желаю. Не ожидал тебя здесь увидеть. Я вас тоже. Мне сказали, ты заявление написал. Не хочу это обсуждать, честно говоря. Ну, уважаю твое решение. Молодец. Хотя я тебе по-другому думал. Но извиняться не буду. Вы-то что здесь делаете? Ваша командировка давно закончилась. Да заменить меня неким. Жена, правда, воет. Да и по дочке соскучился. Но на войне как на войне. Воробьев, командир вызывает. Иди принимай кухню. Будут проблемы, доложишь. Почему на кухню? Короче, боец, мне о тебе все известно. Так что выполняй. А если в курсе, зачем взяли? А я приказы не обсуждаю. Мне приказали, я взял. Хоть и в последний момент. И что? На всю командировку на кухню? Так точно. А если не так все было? Да мне все равно! Ты Сулеймана упустил или он сам ушел? 2 человека погибло, а у 3-го ампутация. Я 10 лет в командировках. И ни одного человека не потерял, потому что отвечаю за каждого. А ты будешь как черная метка. Тебя же на операцию пошли, ты же геройствовать начнешь, чтобы доказать. Ты же для этого напросился. Но в голове-то у тебя сидит, что ты слабое звено. Вот и получается, либо тебя грохнут, либо ты кого-то подставишь. Поэтому лучше для всех, чтобы ты был на кухне. Понял меня? Понял. Вопросы еще есть? Нет. На кухню. Что? Что ж ты несчастное такое дело? Поехали. Воробьев? Ну? Меня командир к тебе послал. Зачем? Помогать. Алексей Кудинов, можно просто Леха? Зацепило? Да нет, слушай, это я подскользнулся, когда стрельба только началась.
Понятно, почему тебя на кухню прислали. Слушай, а я попрошу, чтобы меня здесь до конца командировки оставили, а? Ножичек есть? Ага. Скажи, Лех, зачем ты вообще в ОМОН пошел? Да я институт физкультуры закончил. Ну что мне было, вот подумай. Учителем идти, что ли? В школу? С детишками? А про командировку тебе ничего не говорили? Да говорили. Ну и что? Но я, если честно, все это себе немножечко по-другому представлял. А тут только выехали. Сразу пальба началась. Да я уже решил, как вернусь, сразу же уволюсь. Ну, решил и молодец. Алло. Алло, это кто? Алло, вас не слышно. Привет, это я. Слава, куда ты пропал? Я звоню, номер в сети не зарегистрирован. Проблемы небольшие. Пришлось номер сменить. Почему сразу не сказал, что сменил? Прости. Я думал, сестра тебе все объяснила. Да, она мне объяснила. И что ты по этому поводу думаешь? Ну, а что я должна думать? Она мне сказала, что ты должен уехать в какую-то командировку. И ты пропал. Тут такие обстоятельства. Сразу не объяснишь. Ну что, у тебя жена и трое детей? Да нет у меня никаких. Ни жен, ни детей. А скайп у тебя есть? И скайпа тоже нет. Найди, пожалуйста, мне очень нужно тебя видеть. Тут со связью не очень. Я очень тебя прошу, пожалуйста. Найди, мне правда нужно тебя видеть. Если, конечно, ты не позвонил сказать, что наша встреча была ошибкой. Нет, что ты. Конечно, нет. Когда найдешь скайп, позвони, а то я на работе. Целую. У тебя одежда есть? Ну, нормально, а не спортивный костюм. Нет. Нашел? Ты молодец. Я так соскучилась. Ты даже не представляешь, как я соскучилась по тебе. Я тоже очень соскучился. Ты в гостинице? Да. Тут условия, конечно. А где ты территориально? Слушай, давай я потом тебе все расскажу. Ты даже не представляешь, как мне хочется быть сейчас рядом. Мне тоже. Так. Нормально ты тут устроился с моим ноутбуком. Ты там не один живешь? Да не, я это... Горничная. Извини, потом. Че не сказал, девчонки? Где ты и кто ты? Не твое дело. Ноутбук мой. Дело не мое. Я заплачу. Да ладно, пользуйся. Ладно, пойдем, Андрюх. Только предупреждай, когда у тебя сеанс связи.
Нужно сопроводить ФСБшников, они поведут подозреваемого. Видимо, начал колоться. Но это их огород, а наше дело сопровождать. Все остальное в штатном режиме. Я вернусь завтра к 14 часам. И смотрите у меня без залетов. Ты моего бога знаешь. Все понял. Сам справишься? Да, без проблем. Давай. За 10 лет по командировкам я ни одного бойца не потерял. Но этот, елки-палки, он же к себе притягивает. Ты сегодня никого не потерял? Да какая разница? А этот водила, ну, а подозреваемый? Ну, парень здесь при чем? Чего ты за него так заступаешься? Тоже мне детский врач. Здесь еще поликлиника детская, что ли? Понятно. Вот эти две перед сном, а вот эти четыре перед завтраком. Если тебя еще раз прихватывать будет, я тебя в госпиталь определю. Понял? Понял. Еще раз покинешь расположение дислокации без моего разрешения, под суд отдам. Грязнов, ну-ка Федорова ко мне бегом! Есть? Если сказал, что отдаст, значит отдаст. Я его знаю. Поворачивайся. А почему он про детскую поликлинику говорил? Я раньше лором детским работал. Да ладно. Он ко мне дочку привел больную отитом. Ему в командировку, а врач из отряда уволился. Он мне говорит, поехали с нами. Я и поехал. Не жалеешь? Я жалею только об одном, что медицина не в силах излечить темную сторону человеческой натуры. А что тогда кричали? Я его близкий друг. Наверное, только я могу ему сказать. Что с командировками пора завязывать. У него дочке 14 лет, а он по командировкам 7. От войны тоже отдыхать надо. А вы кто? Я. Как бы вам это сказать? А где Слава? А можно я тоже задам вам вопрос? Насколько у вас серьезные отношения с Вячеславом? Вы кто? Где Слава? Я сотрудник ОМОНа. А Слава?
Но обычно такие места называются горячими точками. О, ладно, я тогда так. Ну, оп, так. Так. Ну что? Эх, не то. Ага. Можно? Бери. Вот. Так. Опять ей звонить будешь? Может, признаешься уже? Да, устрою сюрприз. Ребят, может, вы выйдете? Не, пропустить такое шоу ни за что. Выйдите. Я вас прошу. Подумать. Я теперь в курсе всего. Рита сказала. А она тоже в курсе была? Нет, это твой коллега. Он меня подробно расспросил о том, насколько у нас серьезные отношения, и объяснил свой взгляд на проблему. Нельзя идти на смерть, если ты знаешь, что тебя кто-то ждет. Вы там все ненормальные. Почему ты мне ничего не сказал? Что это, трусость? Обман? Я больше не смогу тебе верить. Послушай. Я вернусь через 3 месяца. Я приняла решение. Подожди. Да нет никаких 3 месяцев. Я с ума сойду. Я буду думать каждый день, что ты можешь быть уже мертвым. Пожалуйста. Пожалуйста, не звони мне больше никогда. Пожалуйста. Пожалуйста. Хорошо. Мне пацаны про Тимура рассказали. Они боевиков блокировали, а тем подкрепление пришло. В общем, в итоге нашим самим обороняться пришлось. Ну, короче, ранило его тяжело. Грудь, живот. Отвезли в госпиталь на операцию. А после операции все. Умер. Позвонили жене.
так, мол, и так. Погиб ваш муж героически. Она сама чуть не умерла. Детям сказала. У них два сына. А он в себя пришел. До сих пор никому не известно, как он. Как он выкарабкался. Он жене позвонил. Все в порядке, мол. Мол, живой. Ты знаешь? Знаешь, что она ему ответила? Для меня и для детей. Ты погиб, как герой. И второй раз твою смерть мы не переживем. Он уже полтора года не видел ни жену, ни детей. Что ты хочешь? Чтобы я сейчас пошел и извинился перед ним? Нет. Я просто хочу сказать, что его тоже можно понять. Человек из Москвы ждет второй час. Мне нужно будет уйти в отпуск. Куда? За свой счет, конечно. Какой отпуск? Нас ждет огромный контракт. Ты понимаешь, что ты поедешь в Москву? Я в отпуск ухожу. Хорошо. Уходи в свой отпуск. Только из отпуска можешь не возвращаться. Договорились. Угу. Стой! Наташа, ну что ты, я прошу тебя, пожалуйста. Это Наталья Сергеевна. Знакомьтесь. Она отвечает у нас за интересующее вас направление. Очень приятно. Мне тоже, Владимир Михайлович. А что привело вас из самой Москвы в наши края? Репутация вашей компании. Плюс возможность экономить на поставках зарубежных партнеров. Неужели? Наталья Сергеевна, я ввел в курс дела, так что извините, я вас оставлю. А присоединюсь примерно через час. Молодец. Спасибо. Что тебя интересует? Больше ничего. Мне практически все ясно. Поторгуемся с твоим директором пару дней, и выбью я из него скидку 20%. 17. Мне все равно. Больше не даст. Меня это устраивает. Через пару недель заключим контракт. Я могу идти? Наташа. Что? Наталья Сергеевна, а давайте вечером встретимся, поужинаем, поговорим. Ты лучше директора нашего позови. Он у нас мужчина компанейский, любит выпить, спеть. До свидания, Владимир Михайлович. Да, мам.
Привет. Нет, все хорошо. Да, все спокойно. А я, представляешь, на кухне. Да. Мам, да трезвый я. Мам, у меня к тебе просьба будет. Ты... Я тебе перезвоню, мам. Водка есть? У меня? У меня нет. Это нужно у ребят спросить. Сейчас пойду по коридору у всех спрашивать. Водка есть? Да? Ну, извини. Ты извини. Который вы заказывали. Вы будете вдвоем? Да. Она этого не любит. Что, простите? Уберите, пожалуйста. Считайте, пожалуйста. Хорошо. Добрый вечер. Здравствуйте. А что вы ничего не едите? Аппетита нет. Я надеюсь, вы тоже еще не ужинали? Спасибо, я уже ужинала. Как сестра поживает? Сестра? Сестра великолепна. Знаете, ей дали капитана милиции, она мне сказала, чтобы я пришла сюда к вам, и была мягкая и пушистая. В общем, чтобы понравиться. Вы что-нибудь будете заказывать? Нет, спасибо. Мне казалось, что наша встреча пойдет как-то иначе. Я тоже так думала. Как там у вас в столице, Владимир Михайлович? Послушай, давай попробуем как-то по-другому вести разговор. Давай. Послушай, я все эти годы ненавидел себя за то, что не вызвал тебя сразу в Москву. Не надо. Не надо. Первая любовь, она должна заканчиваться именно так. Знаешь что? Что? Ты мне не интересен. Почему? Ну зачем я тебе? Для коллекции? Наташа!
Не надо. Не надо, пожалуйста. Оставь меня в покое. Подъем, кулинария. Ты где был? Гулял. Вздрогнули? Да я пацанам помочь хотел. Каким пацанам? Двух пацанов посадили в машину под угрозой оружия. А че не доложил? Не вызвал подмогу? Пока бежал. Потерял телефон. Значит, рабочая версия такая. Ты, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вступил в конфликт с местным населением на бытовой или национальной почве и открыл по ним огонь на поражение. Да не пил я. Не пил. Сейчас алкотестер принесут. А потом сдадим анализы на наркотики. Давай-ка, пиши чистосердечно и... Что, я пьяный пострелял каких-то людей? Ну а что, не так все было? Не так. Значит, чистосердечного не будет. Значит, тогда ты получишь по полной лет 15. Наташа? Да. Я мама Славы, Лариса Викторовна. Это он попросил вас прийти? Да. Но если вы не хотите говорить, я могу уйти. Слышь, дай телефон матери позвонить. Ага, чтоб потом меня вместе с тобой посадили. Ты даже не представляешь, какую ты кашу заварил. Представляю. Дай телефон. Нет. Я тебя понял. Завтра тебе позвоню тогда. Да, конечно. Я не хочу касаться ваших отношений, но... Сын мне сказал, что очень виноват перед тобой, и я... Не могла не прийти.
Девочка, я тебя прошу только об одном. Если ты с ним решила не быть, ты ему скажи, пожалуйста, об этом после его возвращения. Я не смогу его обманывать 3 месяца. А не надо обманывать. Не надо обманывать. Просто скажи, что вы все решите, когда он вернется. Хорошо? Зачем? А затем, чтобы он ждал этого возвращения, понимаешь? Понимаешь? Да. Это он. Алло, сыночек? Слава? Что случилось? Что? Ой, Господи! Слушай, а ничего мне так апартаменты выделили? Просто отдельный номер. Так ты у нас VIP-гость. А? На выход. Куда? Следователь вызывает. Назойливый он у вас. Разрешите? Да, заводи. Спасибо тебе, парень. Всю жизнь помнить буду. Ты мне тоже как сын теперь. Да не за что. Скажите ему спасибо. Ты нам как брат. Как вас зовут-то? Керим. Адам. Мы думали, вообще домой не вернемся. Я каждый день боюсь, что они не придут. Сколько они людей к себе увезли. Повезло тебе, парень. Они вот могли вообще не прийти. Звонит. Сказал, что телефон потерял. Да, сынок, привет. Да, это я. Все нормально. Чай пьем у Наташи. Да, Наташа хорошая. Ну все. Целую тебя, сыночек. Слава. Целую, пока. Почему вы ему ничего не сказали? Потом. Потом когда-нибудь поймешь. Вернулся, Супермен? Че-то тебя на подвиги потянуло в самоволке? Нас так-то уже всех по 5 раз допросили. А что мне надо было делать? Отвернуться и мимо пройти? А что такое мобильный телефон? Ты в курсе? В курсе. Я бы пока звонил, их уже увезли. А потом они в тебя постреляли. Короче, вот теперь нам нужно за тобой с утра до вечера приглядывать, если что, сообщать. Ну и раз в неделю командиру докладывать. Лучше бы ты вообще не появлялся. Оставьте его. Я бы тоже так поступил. Thank you.
Я завтра уезжаю. Счастливого пути. Я хочу, чтобы ты поехала со мной. Ты опять начинаешь с фразы «я хочу». Права. Я прошу тебя поехать со мной. Зачем? Я хочу. Я прошу тебя стать моей женой. Я должна заплакать от радости. Я просто прошу тебя подумать. До моего отъезда. Никогда не понимал мужчин, которые ради женщины могли потерять все. А потом увидел тебя. У меня земля уходит из-под ног. Ты ни капли не изменилась. Такая же нежная, светлая. Только вот неприступная. Зачем ты мне все это говоришь? Я просто пытаюсь объясниться тебе в любви. Где тебя носят? Генерал приехал. Какой генерал? Шмаков. С проверкой. О, сейчас начнется ад. В смысле ад? А ты не в курсе, кто такой генерал Шмаков? Нет. Объясняю. Генерал Шмаков очень крутой мужик. Прошел обе Чечни. Он на себе пацанов вытаскивал. Полковников под трибунал отдавал. Понял? Угу. Кажись, закончилась моя командировка. Воробьев, тебя к командиру. Я борщ готовил. Значит так, Воробьев, за то, что покинул свое подразделение, 10 суток ареста. Есть. Отсидишь, когда вернешься в свою часть. Есть. Еще раз повторится, как командир обещал, под суд пойдешь. Понятно? Так точно. За то, что ребят этих вытащил. Лично от меня благодарность. Свободен. Ребят на кухне не держи. Пусть работает, Сергей Николаевич. Службу пусть несут. Или что, мне с тобой в приказном порядке начать разговаривать? Понял, товарищ генерал. Тебя нет здесь.
тебе остался только номер телефона пятой строчкой. Я слышу эти гудки, но тебя нет здесь. Тебя нет рядом со мной. Тебя нет здесь. Что делаешь? Хотела узнать, какая завтра будет погода. Ну и какая завтра будет погода? Замечательная. Наташ, ты потом всю жизнь себе будешь локти кусать. Если не скажешь Володьке «да». Но вспомни, как ты плакала, когда он уезжал. Я не помню. Я правда ничего этого не помню. Я смотрю на него и пусто. Послушай. Он никогда тебя не обидит. Это Москва. На тебе хочет жениться успешный, состоявшийся, красивый мужчина, который очень в тебя влюблен. Ну что тебе еще надо? Я не знаю, я не знаю, я как-то потерялась. Очень хочу, чтобы ты была счастливая. И ты будешь счастливая. Просто сядь завтра в этот поезд, и все. Подъем, выезд по тревоге. Подъем, тревога. Первый, подъем. Второй. Я встретила надежного человека, выхожу за него замуж. Я уезжаю с ним в другой город. Пожалуйста, больше не появляйся в моей жизни. Надеюсь, у тебя все будет хорошо. Наташ, ну вы как приедете, вы? Ты мне позвони, хорошо? Ну и вообще просто звони. Не знаю, как я без тебя буду одна. Наташа. Наташа. Ты прости меня, пожалуйста, за все. Наташа, нам пора. Пойдем. Наташа! Пойдем, пойдем. Пора. Рита, спасибо. Созвонимся.
Мы перехватили звонок. В доме может находиться Мустафа со своими людьми. С ним его дочь, и может оказаться взрывчатки до дури. И сколько? Похоже, до 1000 килограмм тротиловом. Эх ты, это весь поселок разнесет, если… Никаких «если». Надо проверить дом. Ты не беспокойся, все будет хорошо. Теперь уже пути назад нет, сама понимаешь. Рита, ты не представляешь, как я тебе обязан, что ты меня разыскала, позвонила мне. Слушай, Рита, я не могу долго говорить. Я боюсь, она в любой момент может войти. Так что давай, ага. Все, удачи, пока. Не будем. Нужна лестница и форточник, который прошмыгнет и обеспечит проход штурмовой группы. Дело добровольное. Как обычно, семейно прошу воздержаться. Разрешите мне. Хорошо. Из штаба? Да. Твоя сумасшедшая жена через штаб до нас дозвонилась. Я не женат. У тебя 15 секунд разобраться со своей личной жизнью. Откуда телефон? Штабной. Алло. Алло, Слав? Слав, прости меня, пожалуйста. Я была не права, я тебя очень люблю. И я буду тебя ждать сколько нужно. Наташа, я сейчас не могу говорить. Извини. Ты не пойдешь. Я сказал семейным не беспокоиться. Разрешите мне. Я не семейный. Я пойду. Воробьев. Вперед. Давай, команда. Пошли. Приготовиться. Сейчас мы тебя вытащим. Да, там мальчик внизу. Пошли.
Воробей, ты цел? Они готовят взрыв. Никому не входить. Ты не видишь, все, его нет. Воробьев! Тихо! Слышали? Как думаешь, док? Я вообще не понимаю, как он жив до сих пор. Скорее бы в госпиталь доехать. Держись, боец. Сашка, подожди. Не вешай трубку. Это папа. Чего только не видел. Я не понимаю, как такое может быть. 16 огнестрельных ранений, и парень живой. Я вас только очень прошу, пожалуйста, недолго. Только давайте без слез. А никто плакать и не собирается. Ну и хорошо. Все уже выплакали. К вам посетители. Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Здрасте. Здрасте. Указом президента Российской Федерации за проявленное мужество и героизм старшему сержанту милиции Воробьеву Вячеславу Михайловичу присваивается звание Героя Российской Федерации.
Я люблю тебя. Длины волны. Мне глубина твоей.